Добрый день! Давайте в этом уроке разберем, как вот сделать кожу лица, ну в частности этой девушки, на фотографии красиво. Видите, есть такие небольшие дефекты на лице. Здесь, здесь и здесь. То есть, что для этого надо? Идем вот в левую колоночку. Так. И доходим до такой заплаточки. Кликаем ее. Кликаем правой кнопочкой. Открывается вот такое окошечко. Выбираем инструмент «Восстанавливающая кисть». Вот у нас получился такой кружочек. Его диаметр регулируем квадратными скобками. Подведем круг на чистый участок кожи. Вот такой, без дефектов. Так. Подведем сюда. Потом на клавиатуре кликаете Alt. Держите его. И кликаете левой кнопкой мыши. Раз, как бы сфотографировали. Отпускаете. А теперь подводите к этому дефекту. И просто кликаете левой кнопкой мыши. Раз. Видите, уже нет его. Точно так же делаем здесь. Смотрите. Здесь. Подводим сюда. Кликаем. Раз. Вот здесь внизу можно точно так же. Потом вверху вот здесь вижу еще. Раз и нету. Видите? Вот здесь можно. Она как бы ее сразу убирает. Смотрите. Вот уже чистенькое лицо. Вот здесь, где нос, здесь тень такая небольшая. Поэтому, если мы сейчас кликнем, оно может неровно здесь быть такая по тени. Поэтому мы подведем сюда курсорчик, вот где тень. Так. Опять кликнем Alt. И левую кнопку мыши. Как бы сфотографируем как бы эту тень, что на носу. И передвигаем ее на этот дефект. Кликаем. Раз. Вот и все. Смотрите, уже нет ничего. И вот вверху можно, конечно, было и этим тоже инструментом убрать. Но я хочу показать еще один способ. Называется он заплатка. Опять идем же сюда, где мы брали эту восстанавливающую кисть. Кликаем правой кнопочкой. И выбираем заплатка. Так. Видите, вот такая получилась штучка. Нажмем левую кнопку мыши и держим. Начинайте обводить. Обводить, обводить, обводить. Всю эту неровность. И чтобы как бы замкнуть этот круг. И отпускаете. Видите, она получилась такой пунктирной. Берете ее левой кнопкой мыши и передвигаете на чистую вот сторону кожи. Вот здесь вот, к примеру. Раз. И все. Можете кликнуть еще раз. Все. А теперь после того, как мы это все сделали, осталось ее только сохранить. Идем вот сюда вверх. Файл. Выбираем сохранить как. Напишем красотка. И вот здесь бывает высвечивает Photoshop, но вы всегда выбираете JPEG и сохраняете. Она показывает качество 12, оставляете лучшее, да, окей. И все, теперь Photoshop вы можете закрыть. И теперь смотрим красотку, что у нас получилось. Вот и все, смотрите, какая красота. Глаз не нарадуется. Всего хорошего, до новых встреч. На этом урок окончен.